Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем очередной цикл совещаний, традиционных уже совещаний в Сочи, посвященных развитию оборонно-промышленного комплекса и выполнению гособоронзаказа. Особенности сегодняшнего дня вам хорошо известны. Они прежде всего заключаются в том, что мы живем в условиях известных ограничений финансовых, бюджетных ограничений. Они в значительной степени коснулись и оборонной сферы, и расходов Министерства обороны. Вместе с тем, и мы с вами об этом многократно уже говорили, наши планы должны быть, безусловно, исполнены. Возникает вопрос, за счет чего? За счет оптимизации, конечно, и более рачительного использования выделяемых государственных ресурсов, за счет того, чтобы сосредоточить внимание на наиболее важных, перспективных направлениях нашей работы, на то, без чего обойтись невозможно, вот за счет этой оптимизации. Обсудим сегодня, как продвигается реализация госпрограммы вооружений, как выполняются задания государственного оборонного заказа в 2016 году. Здесь присутствует и руководство Министерства обороны, федеральных ведомств, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Именно такой формат, мы с вами в этом уже неоднократно убедились, позволяет оперативно найти решение и тех проблем, которые возникают в ходе нашей работы. Отмечу, что утвержденные планы по поставкам войска современного вооружения и техники последовательно реализуются. Реализуются, несмотря на все сложности, о которых я выше только что сказал. Доля такого вооружения, то есть современного вооружения техники в армии и на флоте, неуклонно растет и к концу года должна составить более 50%. Уже сейчас годовые задания по поставкам основных образцов вооружения выполнены на 70%, а в части закупки ракет и боеприпасов более чем на 85%. Войска поступило свыше 5500 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 60 новых и 130 модернизированных самолетов и вертолетов, многоцелевая подводная лодка, более 60 зенитных ракетных систем и комплексов, 55 радиолокационных станций, 310 новых и 460 модернизированных танков и бронированных машин. Всего в текущем году запланированный объем поставок 5700 и новых и ремонт 3800 единиц основных видов вооружения и военной техники. И рассчитываю, что они будут переданы войска в соответствии с графиком. На что хотел бы обратить внимание? Во-первых, важно закрепить положительные заделы, достигнутые за последние годы. Продолжить четко и слаженно взаимодействовать при формировании и выполнении заданий гособоронзаказа. Такая задача стоит перед Министерством обороны и всеми предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Во-вторых, следует усилить госконтроль за эффективным расходованием главными исполнителями и смежниками бюджетных средств, выделяемых на гособоронзаказ. Об этом я уже тоже только что сказал. Реализация положений закона о государственном оборонном заказе позволила нам ощутимо повысить исполнительскую дисциплину. Нужно и дальше совершенствовать эту систему. Я знаю здесь и о сложностях, мы вот говорили с представителями промышленности, есть определенные вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения. Давайте поговорим в ходе этой серии совещаний здесь сегодня, да и в последующие дни. Но еще раз хочу сказать, дисциплина должна оставаться на, прежде всего, финансовой дисциплине на высоком уровне. Уважаемые коллеги, в ходе наших совещаний мы неоднократно обсуждали и обсудим еще российскую военную операцию против террористов в Сирии. И давайте мы перед тем, как начнем обсуждать основные вопросы, попросим министра обороны доложить о выполнении российской группировкой спланированных на ближайшее время задач, доложить о том, как идет эта работа сегодня. Пожалуйста, Сергей Кожугетович. Командующий, товарищ верховный главнокомандующий,
Мы продолжаем оказание поддержки по бестерроризму вооруженным силам Сирии. И в связи с этими задачами сегодня в 10:30 и в 11 мы начали большую операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусры в провинции Идлиб и Хомс. В этой операции принимает участие адмирал Григорович. Он сегодня совершил пуски крылатых ракет «Калибр» по заранее определенным разведанным целям. Кроме этого, береговые ракетные комплексы «Бастион» совершили также пуски по целям в глубине Сирии. И впервые в истории российского военно-морского флота в боевых действиях начал принимать участие, задействован авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». И сегодня с этого крейсера начали работать наши самолеты Су-33. До этого мы вели очень тщательную основательную разведку по всем целям. Исходя из этого, определены основные из них – это склады с боеприпасами, это скопление и в основном центры подготовки незаконных вооруженных формирований, а если говорить точнее, террористов. Это, безусловно, заводы, я их по-другому не называю, не цеха, а именно заводы по изготовлению разного рода средств, такого довольно серьезного, если говорить, массового поражения населения. Вы знаете о том, что мы отправили туда большую группу наших войск радиационно-химической и бактериологической защиты для определения отравляющих веществ, которые используют террористы. За последнюю неделю они это использовали дважды. В одном случае госпитализировано 27 человек, трое погибших. В другом случае у нас госпитализировано 30 человек. Я имею в виду бойцов сирийской армии. Результаты на сегодняшний день абсолютно ясны и понятны, но самое главное, понятно, что это хорошо налаженное промышленное производство. Именно по этим целям и наносятся сегодня удары, они будут продолжены. О результатах сегодняшнего огневого поражения и сегодняшней операции при получении окончательных результатов, за которыми смотрят у нас одновременно самолеты разведки, беспилотные летательные аппараты. И мы, естественно, сразу же доложим и для того, чтобы принимать меры по последующим шагам по борьбе с терроризмом в Сирии. Доклад закончен. Спасибо, Сергей Григорьевич. Я просил вас и генеральный штаб подумать, осуществить комплекс мероприятий по надежной защите, по прикрытию пункта базирования и в Тартусе, и пункта базирования на Хмеймим с воздуха и с моря. А какие предприняты для этого действия? Что убеждает нас в том, что это, вот это поручение выполнено? Значит, в соответствии с вашим поручением проведена большая работа по организации такой хорошо эшелонированной и построенной на всех эшелонах, я имею в виду воздушных и морских, систем обороны. У нас, как вы знаете, работает давно система С-400. Помимо этого мы добавили систему С-300 для того, чтобы закрывать уже часть морскую, в том числе до фактически Кипра. Помимо этого, туда же поставлены береговые комплексы «Бастион», которые закрыли фактически все побережье. И на сегодняшний день мы этими комплексами в состоянии поражать как морские, так и наземные цели. На каком расстоянии? 350 километров моря и почти 450 километров суши. Наша морская группировка надежно прикрыта бастионами в том числе. Бастионами в том числе. Кроме бастионов у нас еще была, вы знаете, проблема и задача по прикрытию от низколетящих целей. Для этого туда поставлены комплексы «Панцирь». Они также надежно закрыли и защитили. Помимо этого, за последние 4 месяца восстановлены сирийские комплексы С-200,
которые работают, естественно, внутри уже территории Сирии, но в том числе и прикрывают с восточного направления или поддерживают систему защиты с воздуха наших пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Спасибо.